Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на кратком обзоре будет вот такие вот пэды. Приступим к распаковке. Да, собственно, вот он наш пакетик с сайта Tom. Внутри у нас много различных пакетов. Да, внутри у нас целых три товара. Один из них микрофон, MIDI-клавиатура и портативный комбоусилитель от Harley Benton. Приступим. Да, собственно, накидали бумажки. Так... Вот она, собственно, наша MIDI-клавиатура, или просто пад-контроллер, лэптоп-пад-контроллер. Так, вот, собственно, коробочка от наших пэдов Akai LPD-8. Это, собственно, базовые пэды, они уже давно находятся на рынке, и я всегда хотел попробовать, что же это такое играть на пэдах. И это, скажем так, самый такой минимальный порог входа в эту тему. Ну, еще минимальнее, скорее всего, это ваш смартфон и программа, установленная на нем. Так, упакован он, конечно, немножечко стрёмно, как по мне. Вскрываем, и, собственно, под самими пэдами виднеется макулатура. Так, собственно, в этой коробочке у нас был на Type-B. Если я не ошибаюсь, или Type-A, точнее. Так, вскроем аккуратненько. Да, вот так это все выглядит. У него 8 нобов и 8 пэдов. И также 4 кнопки переключения. Так, в коробке больше ничего нет. Встречает нас такая миниатюрная клавиатура, получается. Переключение режимов, нобы и, да, хорошо подойдет в паре с ноутбуком. Так, CD-диск. Собственно, да. Судя по всему, это уже совсем устаревшая модель, поскольку, признайтесь, у вас есть вход для CD-дисков хоть где-нибудь дома? У меня лично только в старом ноутбуке есть выход на DVD-RV, и все. Собственно, как любой другой софт, можно его скачать в онлайне, в интернете. Собственно, макулатура. Застрять на ней долго внимания не будем. Так, да. Собственно, в комплекте сами пэды и провод. Пэды, собственно, резиновые. Можете барабанить мелодию вот таким вот образом. Слышал в интернете такое мнение, что эти пэды работают не очень хорошо. Надо будет их разбирать и резиночки там как-то шаманить. Перейдем, собственно... тестом.